Сегодня 4 апреля. У нас гроза. Гроза в апреле. Представляете? Это что-то невероятное. Идет дождь, ливень. Молния, гром. Сейчас не знаю, сниму я молнию. Но мы в шоке, конечно. Такая погодка. Ливень в апреле месяце, в начале апреля. Да, и сейчас пойдет гром. Слышите? Обалдеть! Да, в воздухе пахнет весной. Гремит гром. Вот такая погода, ребята. Супер! Просто супер! Неужели пришла весна? Всех с весной. Под раскаты грозы. Под раскаты грома. Сейчас время 7:30 вечера. Уже темнеет. Дождь идет. Я пеку творожную запеканку. Дома пахнет выпечкой, ванилью. А на улице гремит гром. Идет дождь. Это просто красота. Я наблю молния. Сейчас пойдет. Раскатистый такой. Гремит гром. Красота. На улице идет ливень, гроза в начале апреля. А мы готовим творожную запеканку. Сейчас вот такая вот творожная запеканочка. У меня получилось. Вот такая красота. Кому интересно, я могу оставить рецепт по этой запеканочке. Рецепт очень простой. Запеканка творожная у меня. А это ягода, это у меня черешня замороженная. Вот. Ну, каждая хозяйка, наверное, имеет у себя в морозилке заморозку с прошлого года. Вот сейчас мы ее достаем и используем в разных, так сказать, блюдах. Вот. Так что, мои дорогие, вот такая вот у нас погода. Вокруг Караганды везде паводки. У нас даже на стоянке стоит машина. Уже какой день там двое парней в этой машине. Оказывается, они не могут попасть к себе в Батакару, да, Саша, или куда? Ну, куда-то вот какой-то совхоз, где у нас идут потопы. Вот такие вот дела. А мы сейчас будем чаевничать. Вот с таким замечательным пирогом. Вот. Всем привет. Большой привет. Вот сегодня я задумала готовить блюдо баранина с овощами в рукаве. Вот. А потом я думаю, а почему я это не сниму? Да, я уже, получается, замариновала мясо. Мясо у меня идет с морковкой, с луком, с паприкой, чесночком, лавровый лист, черный душистый перец, красный перчик немножко. Вот. Вот. Кому будет, может быть, интересно, что получилось, потому что у меня вот такие кусочки баранины. Это шея. Это шея баранины. Вот. И овощи. Овощи прям вот резала такими брусками, что морковку, что лучок. Надо резать это крупно.
для маринада. Вот это у меня так, стоит вот уже. Вот стоит у меня мясо. В маринаде где-то часа два. Вот. Так, к этому блюду у нас пойдет, конечно же, картошка. Потому что картошка — это как губка. Она все впитывает, все вкусы, все запахи, весь жир. Потому что вот шея баранья, она прям такая вот жирненькая. Да, я думаю, что картошка будет очень вкусная с этим мясом. Порезала на вот такие вот дольки. Да, мельчить тоже не надо. Вот. И у меня идет розмарин. Буду запекать все это дело вот в таком пакетике. И наш рукав с мясом, с картошкой, с розмарином я буду запекать вот в таком воке. Это будет все запекаться в духовке. Вот, кому интересно, можете оставаться и посмотреть, что у нас обалдеть. Запах неописуемый. Все, сейчас буду закладывать все это дело. Мясо наш вок, я отправляю это все в духовку где-то при температуре 190 градусов. Так, все, мы вытащили блюдо. Сейчас мы берем вот эту пленку, в которой наши бараненки запекалось. Минут на 10 обратно в духовку. Вот такая красота. Добра. Увидимся. Пока-пока.